Здравствуйте! И снова я с вами, Фаина Sunshine State Academy. И, дорогие мои, сегодня у нас снова буковка, английская буковка. Английская буковка J. 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 Какие у нас слова с вами на английскую эту буковку? Я вам сейчас подскажу. Juice. Juice. Сок, juice. А это что? Jacket, jacket, jacket. А у нас еще есть такая машинка. Jeep, jeep, jeep. И сегодня мы с вами будем делать проект. А проект будет у нас специально для морского обитателя. Морской обитатель jellyfish. Jellyfish. Она такая мягкая. Она такая прозрачная. Но она меняет еще и цвета. Но она очень опасная, ребятки. Ее нельзя трогать. Но мы с вами сегодня сделаем добрую jellyfish. И поэтому для этого нам понадобится тарелочка. Мамочки, папочки, помогите нашим деткам. Цветная бумага. Еще нам нужны будут глазки и клей. А из цветной бумаги нужно будет нарезать вот такие вот полосочки. Разные, разные, разные. И мы берем тарелочку. И мама с папой, кто-то из них разрезает тарелочку, и получается вот такая половиночка. Вот такая половиночка. И мы сейчас самое первое берем клей и намазываем этот клей на нашу тарелочку, на разрез нашей тарелочки. Именно сюда, ребятки, потому что это у нас понадобится нашей jellyfish. Итак, мы сейчас будем делать нашей jellyfish ее крылышки. Берем разные цвета. Желтый, красный, зеленый, синий. А снова желтый, снова красный, снова зеленый. И снова синий и желтый. И у вас вот так получится. Получится вот такая у нас тарелочка. Половина тарелочки. Вот с такими хвостиками. И, мои хорошие, мы кладем. Это у нас уже jellyfish. Смотрите, мы хвостики сделали. А теперь нужно ей приклеить ее глазки. Возьмите красивые глазки, которые у вас есть. Вот берем один глазик, второй глазик. И вот какая jellyfish у нас с вами получилась. У вас может так получиться. А я вам еще одну покажу. Смотрите, у меня две jellyfish. И они вот так плывут, 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 плывут. Вот так и ваши jellyfish будут плавать. Удачи вам в вашем проекте. Всего доброго. До новых встреч!